Всегда можно отправиться в путешествие, если хочешь. Сейчас мы нарисуем отличный парусник и отправимся в путешествие. Начнем рисовать, покажем уровень моря не на середине, а ниже. То есть должна быть 1/3 от картины. Теперь мы покажем солнышко, диск солнца. И закрасим небо. И покажем свет от солнца. Просто штрихуем рядом с диском. А затем оранжевым карандашом делаем второй уровень. Свет рассеивается и проходим вокруг желтого уровня. Затем ярко-красным карандашом продолжаем третий уровень. Штриховка темнее и темнее, свет солнечный рассеивается, и мы применяем более темный цвет. И добавим сюда желтый. Голубым карандашом проведем вот такие прямые линии и потом поверху покажем, что это облачка. Много не надо, несколько можно нарисовать. Затем низ облака мы дадим немножко красный свет или оранжевый, вот так, потому что отражение от солнца тоже на облаках идет. И здесь рассеянный оранжевый свет даем дальше. А уже дальше мы видим и голубое небо. Вот мы его сейчас здесь покажем. Облачка у нас, конечно, не закрашенные остаются. И голубой мы проходим вместе с оранжевой штриховкой, накладываем вторым слоем тоже, вот так вот. Можно дать штриховку в другом направлении тоже. И можно немножко даже растушевать, взять салфеточку и вот так вот растушевать нашу штриховку, она тогда станет более равномерной. На облачка мы не заходим, стараемся не трогать облачка, чтобы они беленькие остались. И на солнышко, на диск солнца тоже не заходим, вот такой солнце такое яркое, что даже прям белое. Затем мы показываем свет от солнца на воде. Такая солнечная дорожка. Нам понадобится оранжевый и голубой карандаш, потому что вода здесь будет тоже с отсветом от солнца. То есть вот здесь вот будут оранжевые блики. И дальше они будут, вода уже будет голубой. И опять можно растушевать. Берем салфеточку и растушевываем. Теперь пришло время рисовать наш парусник. Где-то
Вот здесь, в этом месте, начинаем рисовать корпус парусника. Такая у него мачта высокая. И тут будем рисовать паруса. И закрашиваем корпус лодки. Не очень густо, не очень надавливаем. Цвет должен быть рассеянный тоже. Темно-красным карандашом я закрашиваю паруса. Даже лучше, может быть, и оранжевым начать здесь. Ну вот я красным стала, красным, потому что солнце проходит, изменяет цвет парусов. Отражение парусника в воде покажем. Я взяла темно-синий карандаш. И добавлю темный цвет, вот где теневая сторона мачт. Это снасти. И теперь покажем остров и пальмы. Это у нас видно только немного острова. И вот так вот рисуем. Одна пальма здесь. У пальмы ствол неровный. И вот такие веточки. Пальмовые листья. Ну вот, мы готовы в путешествие. Парусник готов, ветер надувает паруса, и мы отправляемся в далекое путешествие по океану к далеким островам.